Предстоит перелет с пересадкой? Хочешь узнать пару советов, которые избавят тебя от трудностей и стресса? Тогда досмотри это видео до конца и ставь лайк, если видео для тебя стало полезным. Мы расскажем эту историю на примере рейса из Таиланда во Вьетнам – Пхукет, Хошимин, Дананг. Совет первый. При регистрации на рейс будьте готовы предъявить обратный билет, либо наличие Е-визы для нахождения во Вьетнаме. Кстати, Е-визу мы оформляли самостоятельно, через сайт визового центра. Стоимость визы составила $25 на человека с правом пребывания в стране 30 дней. Совет второй. За покупки в Таиланде можно вернуть часть денег через tax-free. Tax-free – это возврат суммы налога на добавленную стоимость, НДС. Возвращается за покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны. Сумма возврата составляет 7% от суммы покупки. Для возврата налога вам понадобится заявление на возврат НДС по форме ПП-10, чек о покупке, паспорт и сам приобретенный товар. Для получения налога tax-free ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами. Вот и все, очень быстро вернули нам tax-free. Значит, сначала вы должны зарегистрировать свой tax-free до регистрации, и потом после регистрации напротив 15-го выхода предъявляете опять документы на tax-free, и можно вернуть в долларах, можно вернуть в батах. Вот наш возврат. Все очень быстро, просто и доступно. В аэропорту Пхукета мы оформили через карту Тинькофф бесплатный проход в бизнес-зал Coral. Бизнес-зал Пхукета больше похож на уютный ресторан, где пассажирам предлагается еда и напитки, а также уютные мягкие кресла и малое количество людей вокруг. Не теряя времени в аэропорту, мы уже приступили к монтажу нового выпуска. Совет третий. Закладывайте на пересадку больше времени. Самолет может задержаться. На прохождение паспортного контроля можно потерять много времени. Нужно получить багаж, если вы летите с багажом. Или могут возникнуть разные непредвиденные обстоятельства. В нашем случае мы не учли, что терминалы на международные и внутренние рейсы находятся в разных зданиях. В итоге мы опоздали на наш рейс до Дананга, заплатили штраф по $25 за человека и улетели следующим рейсом. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал.